Всякого говна я в своей жизни повидал. Но гаже вот этой херни не было ничего. Если бы я знал, что мне придется возиться, я бы давно покончил с собой. Ты можешь сказать, что я ничем не лучше. И я должен сказать, ты прав. Но начинать сначала уже поздно. Смешно получается. Охуенно смешно. Если у вас загудел задний боковой вентилятор, необходимо взять какую-то зеленую хуйню. Ну, конечно же, перед этим вентилятор надо перевернуть наоборот. И вот этой зеленой хуйней застопорить крыльчатку, и тогда у вас вибрации прекратятся. Вот. Вот так вот. Вот именно вот так. Больше никак. Зеленой хуйней. Ни красный, ни синий. Блядь, зеленый. И обязательно перевернуть вентилятор. Обязательно, потому что иначе, если вы не перевернете вентилятор, вот эта вот вся идея с моддингом и борьбой с шумами в корпусе, она просто теряет смысл. Особенно, если нет зеленой хуйни. Вот такой вот фалоимитатор. Ага.